Лидеры терпели поражение, новички срывали куш. Чемпионат региона среди студенческих команд в этом сезоне был динамичным, острым и непредсказуемым. Но кое-что все же осталось без изменений. Вот уже третий сезон команда Саровского физтеха показывает себя одной из сильнейших в регионе. Заслуженную награду «Серебряный кубок» команде вручили на сцене молодежного центра на закрытии хоккейного сезона 2022-2023. От себя хочу сказать, что наш хоккейный клуб очень молодой, всего 4 года, но тем не менее ежегодно мы доказываем, что наши хоккеисты, студенты одни из самых лучших в области. Вот, хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом, а еще больше побед. Хочется поблагодарить за самоотдачу, за каждую игру, за сезон. Это было очень красиво. Яркие, зрелищные, эмоциональные игры подарили горожанам наши хоккеисты в чемпионате высшей лиги. На протяжении всего сезона команда сохраняла лидерские позиции. Совсем немного не хватило до заветного титула чемпиона области. Саровских хоккеистов зал встречал бурными аплодисментами. Здесь чествовали и самых юных спортсменов. По традиции, каждый отличившийся воспитанник спортивной школы Саров получил сегодня свою награду. Хочется всех поздравить с завершением этого сезона, сказать огромное спасибо за то, что вы обучались в этом году, показывали свое упорство, свое желание, свое трудолюбие и добывали победы для школы и для города. Один из самых трогательных моментов завершения хоккейного сезона – прощание с выпускниками. За их плечами годы упорных тренировок, сокрушительных поражений и головокружительных побед. За их плечами маленькая жизнь под названием хоккей. Все прошло очень успешно. Вот. Мне все очень понравилось в хоккее. Все отлично. Спасибо тренеру, команде. Вот. За знакомство с такими вот людьми, которые меня сейчас окружают. Было очень приятно играть в хоккей, учиться в этой школе. Всегда получали удовольствие даже от поражений. Все держалось всегда на дисциплине, на уважении друг к другу. У нас очень хорошие преподаватели, тренера. Они очень хорошо объясняют, подсказывают, помогут в трудную минуту. Всегда поддерживают нас в любой трудной ситуации. Еще одна добрая традиция хоккейного праздника – посвящение новичков. Выпускники вручили памятные сувениры малышам, которые только начинают свой путь к хоккейному олимпу. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.